учился в физико-математической школе. Вот здесь можете посмотреть, какие мы задачки решали. Это было в конце прошлого века. Вот. Преподаватели все проверяли, там плюсики, минусики ставили, вопросы задавали. Это была физмат-школа при МФТИ. Номер 503. Потом сотрудничество с ней прекратилось. После такого усиленной подготовки я без проблем сдал физику на 10 баллов из 12. Ну, такие забавные задачки. Ну, то есть это расширенная программа, больше школьного уровня. Сейчас, наверное, просто на ЕГЭ натаскивают. Вот это у меня были такие вот интересные задачки. Вот, жили бедно, приходилось собирать новую тетрадку из остатков старых.